Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики моего канала «Прогулки по Стамбулу». Мы обязательно с вами продолжим наши прогулки, а сейчас я хочу вам рассказать о том событии, которого я ждала все эти 8 месяцев. Как я раньше вам рассказывала, в феврале месяце я стала членом-партнером американского круизного клуба «Incruises». Когда я вошла в этот клуб и сообщила с моим детям, они, естественно, не поверили, и сын категорически меня попросил: «Мама, просим тебя никому не рассказывать, пока ты сама не поедешь». Друзья, я верила. На протяжении всего этого времени я просыпалась каждое утро и знала, что скоро я поеду в круиз. Не могу не сказать несколько слов о нашей замечательной команде, в которой я тружусь, и особенно о молодой женщине Олечке, которая сейчас находится в 10-м круизе. Да-да, друзья, в 10-м. Она объединила 3 круиза, это был бы уже 13-й, 12-й, да? Но она объединила, и сейчас она находится где-то между Барселоной и Майами. И вот представьте, Олечка мне сказала такую фразу: «Анна, если ты хочешь быть счастливой, находись среди счастливых людей». И вы знаете, это настолько вот запало мне в душу, что когда я была на этом лайнере, отдыхала я на лайнере «Коста Фортуна» итальянской компании «Коста», я каждую минуту вспоминала ее слова. И первый мой привет с палубы я передала именно ей. «Олечка, я тебя очень люблю, и я благодарна тебе за то, что твои слова изменили мою жизнь».Доброе утро, мои дорогие друзья. Я очень немножко волнуюсь, конечно. Мы сейчас с вами находимся в аэропорту, втором по своей величине аэропорту Сабиха Гökçen, Стамбул. Почему Сабиха Гökçen? Потому что это была первая женщина-истребитель Турции. Она одна из приемных дочерей Ататюрка, из его любимых дочерей. И вот ее именем назван этот замечательный аэропорт. Он не совсем большой, но, вы знаете, впечатляет. Очень красивый, очень чистый. Вот. Я немножко раньше приехала, и сейчас пойду искать, где мой... где моя посадка на Марсель. Я лечу в Францию, во Францию первый раз, первый класс. Друзья, будьте счастливы! Дорогая Тарагона, нельзя быть красивой такой, нельзя, понимаешь, нельзя, потому что ты можешь изменить все мои планы. Ну почему? Почему ты такая красивая? Ну я жила себе спокойно 53 года, а ты теперь меня очаровала, и я буду думать о тебе. Дорогая Тарагона, в любом случае я люблю тебя. Я уезжаю, но я оставляю кусочек своего сердца в тебе. Спасибо, что ты есть. Это любовь с первого взгляда. Друзья, смотрите, какой замечательный садик с гранатовыми и мандариновыми деревьями, а также пруд с красными рыбками и лилиями. Помните, как в том? Есть в старом парке черный пруд,
Там лилии цветут, там лилии цветут. Помните, как в нашем детстве было? Вот и здесь. Смотрите, какие замечательные, замечательные рыбки. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Кто привык за мечту свою бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Особенно, если с клубом Инкрузес. Инкрузес, I love you!